Информация прошла в интернете. Выступил довольно-таки известный такой политолог, экономист Андрей Илларионов, такой матерый функционер. Так вот, он привел данные такие интересные. В пику вот этим путинскому шакалью, который везде лает на каждом углу, по любому поводу. Вспомните 90-е. Нас пугает все время 90-ми. Потому что это шакалье, оно думает, что оно сильно хитрожопое. Оно по любому вопросу, от экономики, какой-то жизнедеятельности, оно берет самый худший год, какой был у нас в истории, в новейшей истории нашего государства, и сравнивает этот худший год с лучшим показателем путинского времени. И говорит, вот смотрите, какая разница. А вот Илларионов привел другие цифры, что по сравнению с 2000 годом замедление экономического роста составило 50 раз. Вот на конец 2018 года, по сравнению с 2000, за 18 лет экономический рост в стране замедлился в 50 раз. Не в 1, не в 2, не в 5, а в 50. Вот это нихера себе поднятие с колен, да? Да, нехило так. Вот это прорыв. 50 раз. Я думаю, что таких экономик даже в мире нет, где такое дикое падение. Вот. Ну, они вот кричат, эти шакалы путинские, вспомните 90-е. Ну, а 2000-е чем отличается от 90-х? 90-е, это они нас предлагают 99-й год вспомнить, это тоже 90-е. Ну, а мы на год позже вот вспоминаем, 2000-й год. Пришел новый царь пришел. Причем навязанный, нам его просто тупо объявили. Вышел этот алкаш с бодуна, трясущимися руками. Я ухожу, я больше не могу пить и работать одновременно. Я буду просто пить, а вот это плюгавое чмо меня заменит. Прошу любить и жаловать. И снова ушел бухать, сволочь. И вот 2000 год, 50 раз этого времени замедлился экономический рост в России. Еще какая-то шваль тупая, зомбированная продолжает его поддерживать.